Магазин 2021 «Окоп». Скажите, пожалуйста, как ваш бизнес претерпевал изменения за 2020 год? Немножко тяжело было в связи с ковидом, но в целом нормально. Скажите, а покупательская способность, она все-таки увеличилась во время пандемии или наоборот снизилась продуктов? Сначала снизилась, потому что люди больше пользовались интернет-магазинами, но сейчас постепенно все восстанавливается. Спасибо огромное. Мы тоже верим, что все восстановится, люди начнут больше покупать. Так что, друзья, оставайтесь с нами, не переключайтесь. Все.